Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я покажу вам еще один способ, как перенести данные со старого Android смартфона на новый с помощью программы Xiaomi. Мы сможем перенести фото, видео, контакты и приложения. К сожалению, данным способом нельзя перенести прогресс в играх и нельзя перенести заметки. Этот способ подойдет для тех, кто работает в мастерских или в салонах связи и не хочет заморачиваться с аккаунтами и паролями. То есть по каким-то причинам клиент не помнит свой логин-пароль, и поэтому перенести данные через Google аккаунт не представляется возможным. Поэтому будем использовать эту программку. Так, первый способ установить это приложение — это, естественно, скачать приложение через Google Play Market. На старом телефоне заходим в Play Market, в поиск пишем Xiaomi. И устанавливаем приложение. Еще один способ установить данное приложение — это скачать APK-файл через браузер. Запускаем любой браузер. В поиск пишем Xiaomi APK. Можно скачать с трэшбокса. Проверенный сайт, на котором нет вирусов. Скачиваем. Даем все разрешения для браузера. Итак, запускаем установку скачанного файла. Выйдет вот такое предупреждение. Нажимаем «Настройки», ставим галочку, даем разрешение на установку приложения из этого источника. Возвращаемся назад, «Установить». Заранее на двух телефонах нужно включать геолокацию и Bluetooth. На втором телефоне тоже Bluetooth и геолокация включена. Нажимаем «Открыть». И здесь нажимаем «Открыть». И здесь соглашаемся со всем. Даем все разрешения для приложения. И здесь то же самое. На старом телефоне выбираем пункт «Отправить». На новом выбираем «Получить». Нужно дать еще одно разрешение. Нажимаем «Настройки», ставим вот эту галочку на изменение системных настроек. Возвращаемся назад. Далее. Еще раз «Разрешить». Вот появится вот такой QR-код. На старом телефоне выбираем «Фотки», «Видео». Все, что мы хотим отправить. Нажимаем «Отправить». Здесь тоже даем одно разрешение. Ставим галочку. Назад. Далее. И сканируем вот этот QR-код старым телефоном. Начался процесс передачи файлов. Никаких ограничений по объему данных. То есть, если вы переносите через Google аккаунт, у вас есть всего лишь 15 гигабайт. А здесь вы можете перенести все 100 гигабайт. Дальше. Фотки мы передали. Например, вы хотите отправить контакты. На старом телефоне нажимаете «Отправить еще». Вот здесь, где файлы, нажимаем «Разрешить». Значок, такая иконочка, папка. Можно выбрать контакты. Можно передать все, поставить галочку. Можно передать несколько. Ставим галочки на нужных контактах. Отправить.
Файлы передаются. Так, один из контактов получено. Дальше нажимаем «Отправить еще». Например, вы хотите отправить приложение. Выбираем пункт «Apps». Ставим галочки на те приложения, которые хотите установить. Например, Сбербанк или WhatsApp. Нажимаем «Отправить». Итак, передача завершена. Можем отключиться. Контакты сразу не попадают в приложение контакта, их нужно импортировать. Поэтому нажимаем «Импортировать». Нажимаем «Разрешить». Приложение тоже автоматически не устанавливается, их надо устанавливать вручную. Нажимаем кнопку «Установить». Настройки. Даем разрешение на установку из этого источника. Назад. Установить. Готово. Так, давайте проверим. Контакты. Один из контактов, который я хотел перенести, перенеслись. Галерея. Альбомы смотрим все. 5 фоток, 3 видео, которые я хотел перенести, перенеслись. Кстати, заметьте, без потери качества, без сжатия. Ну и приложение. Вводите свой логин, пароль или регистрируетесь. И используете телефон. Это все, что я хотел вам рассказать в данном видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. В комментариях напишите темы, на которые хотели бы увидеть ролики на моем канале. Я постараюсь снять для вас инструкции. Всем спасибо за внимание, всем удачных ремонтов, пока!